Картина, которая находится у меня за спиной, была написана с натуры. Мне позировала очень миловидная, приятная женщина. Тетяна Філенко – та сама жінка, яку зобразив Віктор Володько на полотні. З автором вони добрі друзі. Якось художник запропонував побути натурщицею. І жінка погодилась. Чесно говоря, сьогодні я не ожидала, що на своїй виставці виставить іменно портретами. Это очень как-то неожиданно и очень приятно. Художник хотел именно какую-то велосипедную тему. А поскольку я увлекаюсь велосипедом и, в общем-то, постоянно в сезон катаю, я просто с велосипедом приезжала к нему в мастерскую, и мы заносили велосипед в мастерскую, и я там ему позировала. Експозиція отримала назву «Перехід». Складається вона з двох частин. На одній зображені миті, які художник бачив на вулицях міста, а на іншій – вигадані образи. Все написано в власному стилі автора – наївний абсурдизм. Ці сюжети я наблюдав в житті. І по пам'яті, прийдя в мастерську, я їх перекладывал на холст. Коллеги по цеху высоко оценивают работы художника. Он называл эти работы стёбом, но я считаю, что это не так. Это человеческая жизнь. Практически каждая работа, она очень интересная. Я перед каждой работой останавливался и задумывался о нашей бренной жизни. Ирина Щербак, Сергей Глоба, телеканал «Центральный».